Дорогие друзья, привет! Спасибо, что зашли на мой канал. Я Таня, брокер по недвижимости в Южной Каролине. И сегодня готова вам рассказать об этом прекрасном доме, который уже под контрактом, так как покупают его мои дорогие клиенты. И хочу сначала сказать, что этот дом очень affordable. Его сможет купить любая семья, так как он стоит 345 тысяч, имеет 4 комнаты. 2,5 туалета, а также здесь 2000.29 скверфит. И давайте начнем. Хочу вам рассказать. Мы находимся в городочке Гринвилле, недалеко от всех развилок. Я считаю, что этот дом оценен правильной ценой. Мне нравится очень планировка. И готова я вам показать. Посмотрите, пожалуйста, вот на эту сторону. Здесь у меня также купили много людей домики, даже из Канады. Если вы будете смотреть мое видео, вам привет. Так что еще одна семья здесь заселяется, которые решили переехать, кстати, с города, не с города, а штат Юта. Этот прекрасный дом имеет гараж на две машины. Как вам такой цвет именно камня? Мне он очень симпатизирует с этими другими цветами. И хочу заметить, что если вы покупаете вот этот дом, посмотрите, видите, здесь есть камень, только не до конца. Вы знаете, почему здесь не ставят камень до конца? Человек, который вот продает камень вот этому строителю, а он называется у нас Дир Хортон, дает им гарантию на 10 лет. Но он сказал, пожалуйста, не ставь камень до конца. Если поставишь, гарантию убираю. Я, конечно, не знаю, в чем проблема. В чем проблема, если камень будет, ну, как бы, доставать до бетона. Я вот не понимаю этого. Но если ты выбираешь домик с кирпичом, кирпич будет идти до самого конца. Что мне нравится именно здесь? Здесь так открыто и много места под вот эти красивые крыши, где можно поставить столик, стульчики, смотреть своих соседей. В этой комьюнити у нас будут и парки, и бассейны, и также недалеко школы. А самое главное, все grocery магазины, которые, где ты покупаешь еду, они все рядышком также. Здесь где-то 500 домов. И, на жаль, конечно, эта локация скоро закрывается, потому что здесь дома все почти проданы. Но не расстраивайтесь, звоните мне по телефону 864-747-5561, и я вам расскажу все новости, которые у Дир Хортона выходят каждый раз. Потому что это один из самых больших строителей по всей Америке, который застроил нашу Америку, и он делает хорошие дома по хорошим ценам. Обратите внимание вот на эту сторону дома. Также здесь хорошо, так как дверь находится очень далеко под накрытием. А это значит, что дождь сюда никогда не попадет. Вот эта прекрасная дверь всегда будет в прекрасном цвете, так как вы его сейчас видите. Что я делаю сегодня в этом пустом домике? А сегодня я прохожу маленькую инспекцию с моими клиентами. Мы пришли, обсмотрели дом, поставили наклейки и говорим, вот здесь плохо покрашено. Здесь, посмотрите, пожалуйста, есть царапина. Правильно? Двери мы берем темные. Почему здесь белые? Пожалуйста, доделайте. Обратите внимание вот на эту стену. Именно здесь мне не нравится. Это неприятно для глаз. Это когда ты заходишь в этот дом. Это первая часть этого дома. И я шутила со строителем, говорю, строитель его зовут. Я забыла как. Вроде спросила еще раз, но все равно не запомнила. Говорю, посмотри, не делай так, это твое лицо. Сделай красиво. Так что, вы готовы зайти в этот прекрасный дом? Заходим. Посмотрите, я внутри этого шикарного дома. План называется Робинсон. Как я уже сказала, 4 комнаты, 2,5 туалета. Очень открытая планировка. Потолки высокие. За эту цену, $345 000, вы берете не только шикарный план, но также много апгрейдов. Например, посмотрим на эту стену. Я не знаю, любите ли вы этих стен или нет, но это добавить стоит, конечно, денежку. А здесь уже все включено. Вот этот строитель ставит хороший пол. В этом доме мне нравится и цвет, не только цвет, но и качество. Но цвет вообще шикарный. Мы зашли в такую прихожую. Когда мы повернем, скажем, направо от меня, мы увидим целый туалет и также две спальни. Давайте зайдем в
туалет. Пожалуйста, посмотрите на эти красивые зеркала, на лампы. Обратите внимание на красивый узор раковин. Вот это также недешево. Вот это очень, я считаю, классный дизайн. Белые кабинеты, все чистенько, все новенькое. Я сегодня проверяла, как вода спускается. Я набирала воду, вот прям, скажем, в раковины. Эмилка, покажи, пожалуйста, раковину. Что я делаю для своих клиентов? Набираем воды, смотрим, не пропускает, значит, хорошо работает. Открываем. После этого, как я открываю, я всегда смотрю вниз и даже провожу вот так рукой, чтобы почувствовать. Вода нигде не течет? Нет, не протекла. Значит, закрываем. Все хорошо, я рада, я не говорю ничего фиксать здесь, потому что с этой стороны все хорошо. Вот там, видите, сколько наклеек? А это значит, что что-то штукатурка не так. Поэтому мы приклеили эти наклеечки, и человек, который работает именно по краске, он нам все сделает. В этом туалете, как вы уже видели, заметили, есть окно, а это можно и проветрить, и будет свет. Есть кладовочка, где можно поставить красивые свои полотенечка. Пойдем в эту комнату. Обратите внимание на ручки. Уже у этого застройщика ручки идут вот такие стайл, а этот также дороже. Хочу сказать, что в DR Хортона есть где-то 5 или 4 левела домов. Есть одни из дешевых, есть средние, есть вот как, где мы находимся, и есть еще luxury, самые дорогие. Эта комната имеет очень классный размер. Есть окошко, можно поставить постель и с этой стороны, и в эту сторону. Так что все хорошо. И клазет здесь walk-in. Ты заходишь прямо в клазет и даже здесь можешь спрятаться. Вот иногда я даже играю прятанки-хованки со своими детками. Так что этот клазет был бы суперский. Суперский для этого. Также у нас есть, когда мы выходим с этой спальни, вот вы заметите, мы были при вхожей. Мы направляемся к передней части дома. И это, опять же, есть комната, чтобы отдыхать здесь. Хороший клазет, хорошие окна, хорошие потолки, высокие. Здесь очень высокие потолки. Это большой бонус. Возле окон, как вы видели, уже ставят такие плинтуса, которые также не бесплатно. Но когда вы покупаете именно этот дизайн, они входят уже... Уже входит. Смотрите, что мы здесь, что вы здесь видите. А вы видите здесь такие shutters, жалюзи, не знаю, как правильно назвать, еще закрывалки какие-то. Нам их подарил строитель. Я говорю, строитель, мы покупаем этот домик, платим то, что ты хочешь, пожалуйста, сделай нам подарочек. Иногда я прошу для своих дорогих клиентов подарочки, вот жалюзи и еще холодильник. Так что если вы купите со мной, вы будете в самых лучших и надежных руках. Давайте пройдемся. Мы теперь вот в эту сторону комнаты и в сторону дома. И это хорошо, потому что там есть отдельный туалет и отдельная комната. Посмотрите, откуда вот, где мы находимся. Front door, это передняя дверь. Здесь есть также хороший маленький клазет. Кстати, здесь нету именно полочки. И я скажу строителю, чтобы он ее добавил, потому что это очень важно. Здесь у нас гараж на две машины, хороший размер, мы вам его показывать не будем. Но хотела бы вам объяснить про эту лестницу. Эта лестница – это выход на чердак. Здесь мы сможем пойти на чердак, там есть свет. Если у вас есть сила, как бы вынести коробки наверх, вы сможете это сделать, потому что там есть много места. И вот эта комната номер 3. Если бы у меня был такой дом, я бы сделала эту комнату как офис. Можешь здесь работать, никому не мешать. Нужно в туалет, вышел. Хорошие размеры. Мне очень нравятся эти шикарные плинтуса. Это просто супер. И также клазет. Я люблю, когда вот такая дворная дверь. Вот все, что вы видите, голубые наклейки, это где-то царапины. Недоделки. И сейчас я хочу показать вам вот этот туалет, который находится здесь. Мне так нравится здесь и плитка.
Просто светлый дом. Вы представляете, другого строителя вот за это все нужно доплачивать. И такой дом стоит не 345, но 385. А здесь есть целый. Я вам говорила, что здесь 2,5 туалета, а здесь 3 целых туалета. Извините, пожалуйста. Опять же, нравятся и зеркала, и хороший размер кабинетов, ширина, высота. Унитаз проверяли сегодня, спускается, не пропускает. Также проверяли вот этот шикарный шавер. Да, он беленький, да, он не из плитки, но он очень аккуратно сделан и удобный. И сейчас вот я готова вас провести с этой части дома в одну из моих любимых. А это, опять же, прохожая, которая ведет в самую шикарнейшую кухню. Здесь у нас еще при этом есть красивая, шикарная, большая прячечная. Посмотрите, женщины, обратите внимание на этот размер, на полочки. Здесь мы ставим газовые сушки, газовые, то есть, извините, здесь мы ставим электрические сушки и те, что стирают машинки. Пол просто шик. Заметьте, что здесь очень много красивого пола, красивой плитки. И карпет, конечно же, есть именно в спальнях, ковролин. Также здесь большой клазет. Здесь можно поставить много-много пылесосов. Не знаю, что хотите. А сейчас давайте пройдем эту шикарнейшую эрию этого прекрасного дома. И опять же, стены здесь, потолки очень высокие. И это придает такую как бы свободу в этом доме. Тем более все светло. Вы только обратите, сколько здесь окон. Какой еще из билдеров такие дела делает, как не это. Также и в этой стороне. Но опять же, напоминаю, жалюзи были у нас подарком. Есть газовый камин, который мы сегодня не будем включать и демонстрировать. Но, как вы знаете, я всегда люблю вот такие кухни. Потому что здесь, во-первых, большой островок. А здесь я уже вижу, можно поставить 5 стульчиков. Серьезно, этот остров очень широк. Приятный кварц. Как вам такой дизайн? Мне очень нравится. Мне так нравится этот умывальник, раковина. Потому что здесь нету перегородки. Девчонки, у меня было и с перегородками, и без. Это намного, намного, как сказать, не то что выгоднее, но практически, да. Сегодня мы также проверяли, и работает у нас вот эта система. Что я хочу сказать, что здесь также есть система, которая мелит. Если вы что-то почистили морковку, нет проблем, включаем водичку, включаем кнопочку, и оно все будет перемеливать само за вас. Я вот, если честно сказать, забыла, как я продавала здесь много домов именно вот этого застройщика с такими планами. Но почему-то я никогда не помнила насчет мусорного ящика. А здесь он есть. Здесь такой интересный маленький мусорный ящик. Я еще не видела. Вот это такой сюрприз. Здесь мы ставим пластиковые пакеты, и все будет хорошо. Мы закрываем через пару дней этот дом. Ну, как бы через недельку. Так что не переживайте, все аплайенсы здесь будут входить. Кухонная техника входит вместе с домом за эту цену. Будет микроволновка, газовая плита. Это класс, и красиво, и вкусно, правильно? Потом, у нас здесь еще не проведена вытяжка, но она здесь должна быть, и уверяю вас, будет. Потому что, видите, они сказали, мы будем работать, когда будет уже микровейка. Также здесь будет посудомоечная машина, вот она. А в этой стороне уже мои клиенты купят сами холодильник. Но есть у него также дома, в которых мы можем просто... Ну, попросить холодильник. Я это сделаю. Мне не стыдно. Мне даже это как большой плюс, потому что я люблю добиваться и добьюсь и для вас. Хочу еще вам показать вот эту комнату. Это будет спальня. Главная спальня. Хорошие потолки, то есть хорошие окна. Цвета здесь очень приятные. Я смотрю на карпет, он мне так нравится, что я не хочу уходить отсюда. Мы даже не включили свет, а здесь светло. Если вы любите ветряки, нет проблем. Здесь все подведено для вас. Вам только нужно поменять вот именно сам светильник, который также имеет ветряк. И все будет работать, потому что электрика здесь есть.
Посмотрите на вот эту шикарную широкую дверь. Она не узенькая, не нужно проходить вот так. Просто можешь зайти в ширину. Опять же, плитка здесь. Я не знаю, кто выбирал, кто делал дизайн этого дома, но я просто им даю 5 звездочек. Молодцы. Опять обратите внимание на шикарнейший сторону вот этого. Я считаю, что здесь очень много места, никто никого не будет трогать, мешать. Смотрите, как здесь красиво все устроено. И что самое классное, что этого застройщика, именно в этом плане есть не только душевая кабинка, но еще и ванна. Я понимаю, что некоторые люди хотят только ванну. У меня были клиенты, которые говорят, нам нужно три душа. А мы говорим, как это так? Некоторые люди хотят еще и ванну, а вы хотите только три душа. Они говорят, у нас нет времени, мы хотим только скупаться и выйти оттуда. Вот человек, который здесь покупает дом, ей очень нужна была и важна была ванна. Так что здесь очень классно. Опять же, хорошая стеклянная дверь, прекрасный дизайн, хороший размер. Очень классная ванна, так как она, во-первых, и широкая, и глубокая. И мне очень нравятся вот эти краны. Это супер, потому что есть отдельная комната. Этот туалет очень большой. Здесь они установили разные ручки для полотенечек. И также есть большой клазет, в котором включается свет отдельный. Дует холод или тепло, потому что эту комнату нельзя без этого оставить. Здесь должна точно быть система, которая охлаждает или утепляет, так как клазет не маленький. Вот я хотела, чтобы вы обратили еще внимание на такие детали. Вы знаете, когда я покупала для своего дома, они не дешевые. Я не знаю, так. И хотела бы еще вам раз показать кухню именно вот с этой стороны. И потом пойдем уже мы на улицу. Как вам расположение такой кухни? Здесь между кабинетами у нас есть хорошая комната для того, чтобы положить все ваши продукты и не ездить каждый день в магазин. Потому что у нас есть очень много гор, озер, парков для детей, для взрослых. Мы найдем, где провести время. Так что, ребята, закупорите все с магазинов в один раз и давайте вместе со мной на горные походы. Мне нравится эта часть кухни, так как она предназначена, скорее всего, для кофеварки, чайника, розетки. У нас есть даже две. Так что все смотрится отлично, отлично. Если вас заинтересовала эта планировка, звоните мне 864-747-5561, и я буду рада вам дать еще больше информации. А сейчас обратите внимание на эту шикарную комнату, где мы ставим стол. Для меня это нормально, другие бы уже ударились. Видите, маленькая, но удаленькая. Классно, да? Классно, что там есть окна, опять же, и большие, шикарные французские двери. Мне очень нравятся эти двери. Но у меня также есть и один вопрос по этой установке дверей. Что происходит? Почему открывается только одна дверь, а не две? Так как иногда нужно, может быть, занести большую постель, диван. Но давайте сделали бы, знаешь, как вот так есть. Оно открывается здесь, посерединке. Если нужно, эту также откроем. Но это не минус. Я просто говорю, если была возможность, бы можно поменять. Опять же, ручки шикарные. Сама дверь выдает, пропускает весь свет из нашей южной солнечной Каролины. Также в этой планировке идет такая шикарная патио. Вы посмотрите, это как настоящая большая спальня. Здесь можно поставить не только диванчик и кофе-тейбл, а также и ваши любимые грилы и жарить мяско. Так что будем, да, это делать. Когда переедет моя клиентша в этот дом, я приеду к ним на новоселье. Посмотрите, пожалуйста, вот на эту шикарную зону. Почему мы выбрали именно этот лад? Так как здесь есть деревья, которые никто не будет срезать. У нас есть соседи сзади, но они далеко, а тем более мы рассоединены деревьями. Давайте пройдем. Как здесь классно и погода сегодня. Сегодня, кстати, я снимаю это видео 1 сентября, так что всем привет с России, с Украины, с других стран.
Сегодня у вас начинается школа. Пусть все ваши детки будут здоровы и учатся, и будут умными, и будут радостью для вас. Но у нас в Америке школа началась уже 3 недели назад. Но посмотрите, как у нас красиво. Зелено. Крыша в этом строителе также очень хорошая. Вы не должны заботиться об обновлении этой крыши где-то 30 лет. Потому что гарантия дается на 30 лет. Привет, привет. И хочу сказать, что когда ты покупаешь новый дом, когда вы берете новую застройку, нам дают гарантию. Гарантию дают на целый год на все, что есть в доме. Кран не работает, течет вода. Не звоните, скажем, пламберу. Мы звоним именно человеку, который это все устанавливал, он придет и справит. Но если пройдет уже год, мы не сможем ему подзвонить. Мы только сможем обратиться, скажем, если у нас AC не работает, юнит, который гонит тепло или холод, они приедут и справят. Но если вдруг у нас стены упадут или разъедется, скажем, foundation, фундамент дома, они готовы это брать на себя и гарантировать вам 10 лет, чтобы все было хорошо с домом. Если не так, они все ремонтируют. Ну, как вам обзор такого шикарного дома за 345? Давайте пройдемся еще вот на эту часть дома. И я бы хотела вам показать, что да, дома здесь красивые, участки, может быть, небольшие. Также между соседями вот такая дистанция. Но запомните, в эти районы заселяются хорошие люди, переезжают самые избранные. Так что все у нас будет классно. Хотела еще обратить внимание вот на такую маленькую пластмасску. Вы знаете, что это за пластмасска? Это у нас в Южной Каролине тепловато, и у нас заводятся такие жучки, которые любят кушать дерево. Но чтобы они не скушали деревянные, наши деревянные домики, вот строитель сделал такую систему. Покропил внутри чем-то, если они начинают лезть, эти жучки, в домик, они там покушали и больше домой не пойдут. Так что это ловушка для их, и мы имеем пару таких, скажем, частей вокруг дома. Я сегодня обошла, проверила бетон или фундамент. Все хорошо, кроме того, как есть некоторые недостатки именно, как говорится, красоты. Так что я попросила у строителя все это переделать. Называется по-американски cosmetic issues. Вот смотрите, сколько мы насобирали камней, так как у нас есть чуть-чуть камней в Южной Каролине. У нас каменная, камянистая почва, мусор. Ну, еще они также и постригут травичку, и придут, уберут этот дом. Мы еще вернемся в этот дом один раз перед закрытием и еще раз обойдем все вокруг и внутри, чтобы точно убедиться, что у нас все хорошо. Так что я для вас здесь делаю все и даже лучше. Дорогие мои зрители, спасибо большое, что вы заходите на мой канал, что вы комментируете, что вы поддерживаете меня. Вы самые классные, серьезно. Можно сказать, что я некоторые вещи о себе знаю, но некоторые мне открыли глаза, похвалили меня. Мне даже хочется еще больше работать и делать для вас все самое лучшее, искать самые лучшие, как говорится, deals, цены, локации. Буду еще ездить, снимать самые классные дома. Также хочу снять вам и других застройщиков. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Пожалуйста, комментируйте. Я читаю все ваши комментарии, даже едя на дороге. Ставлю лайки. Вы ставьте лайки и мне. Рассказывайте обо мне другим людям. А если ваши знакомые, близкие или вы сами хотите переехать в Южную Каролину, я здесь. Я здесь, я все знаю, я делаю больше, чем любой другой человек для нашей комьюнити, чтобы было всем нам хорошо. Мой гол, чтобы вам было хорошо. И не переживайте, если вы решаетесь переезжать в Южный штат, самые первые из своей семьи или знакомых. Я вам здесь расскажу и помогу все. Так как я переехала также с самой первой своей семьи, не пропала. Живу, радуюсь и помогаю другим. Запомните, я вас не оставлю. Опять же, спасибо за все и до следующей встречи. Пока-пока.